Вот я как только приехал на дачу, и у меня сразу же здесь скопились бензопилы и бензокосы. Одна бензокоса вообще в мешочке разобрана, надо будет ее собрать. Принесли в мешочке, потому что хотели сделать как лучше, а получилось она в мешочке. Вот она и у меня теперь оказалась. И вот эта бензопила последняя. Те бензопилы, которые я отремонтировал, я, конечно, фильмы не показал, но надо было показать. Потом я случайно стер эти фильмы. А хотел показать, но уже не покажешь, но все-таки я расскажу. Одну бензопилу принесли, буквально новая была бензопила. 2 дня назад ее купили, а завести не могут. Я им показал, как заводить, она заводилась очень легко. Просто нужно заводить как бы 2 руками. Одной рукой держать, другой оттягивать, потом отпускать и эту отпускать. Они этого не знали, а в инструкции написано совсем по-другому. Все-таки она завелась. Но карбюратор был не отрегулированный, отрегулировал карбюратор. Ну, там проблема была в чем? Не мог отрегулировать натяжение вот этой пильной цепи. Никак не могу отрегулировать. И все, первый раз такое встретилось. Я переворачиваю бензопилу, эту новую, вот таким вот образом. А здесь вот эта пильная цепь провалилась. И между звездочкой и вот этой вот стенкой, тоже пластмасса, тут тоже пластмасса, пластмассовая, вроде как пластмасса здесь. Там такой зазор, и эта цепь туда попадает в зазор, и натяжение делается уже другое. Я опять ее оттуда выковыриваю, и цепь опять натянута, но уже по-другому. Никак не мог понять, почему такой зазор. Пришлось мне разобрать, и я этот зазор все-таки убрал. Ну, довольно интересно, рассказывать не буду, может еще встретиться, обязательно покажу. Вот принесли эту бензопилу. Вот как она у меня оказалась, сейчас историю как бы назад. Принесли и сказали, она не заводится. Привез ее сын. Сын и там мужики собрались здесь, соседи, и никак не могут тоже завести. Заводит, никто не мог завести. Сын привез ее с Москвы. В Москве он работал, у одного там богача. И богач тоже решил эту бензопилу завести. Не мог эту бензопилу завести. Попросил своих там работников. Работники дергали, никак не могут завести. Привезли они специальный сервис. Сервис тоже говорит, не можем завести. И эта бензопила, говорит, у вас сломалась. Там двигатель надо ремонтировать. Вот. И богач эту бензопилу отдал человеку, который привез к своему отцу. А отец, в свою очередь, мне ее принес, чтобы я посмотрел. Вот я ее смотрю. Я спросил, какая проблема? Он говорит, не заводится, и все, не можем завести. Вот смотрите, я тоже посмотрел. А цепь, смотрите, просто не тянется, и все. Вот так вот, смотрите. Никак не могу. Все нормально. Никак не могу, вот врать не буду. Никак не могу ее сдвинуть с места. А раз не сдвинешь, значит и не заведешь. Значит, мне нужно открутить. Но бывают такие вещи интересные. Там все просто. А все просто. Вот сейчас я буду откручивать. 33 мужика смотрели, в сервисе смотрели. Даже сказали, что двигатель там заклинил, что ли. Как мне Гидан сказал. Вот надо будет мне посмотреть. Вот я специально фильм все-таки сниму для этой бензопилы. А те фильмы у меня не получились. Вот надо было показать. Ну, такие вещи интересные. Наверное, еще будут приносить бензопилы. Постараюсь, чтобы у меня фильмы не стирались. А сразу же буду их сбрасывать в YouTube. Так, в чем может быть причина? Почему цепь не вращается? Сейчас посмотрим, узнаем. А вот и заклинило здесь. Вот смотрите, заклинило. Все, я понял.
цепь заклинила, значит, и вращение, конечно, не будет, никак не заведешь. Если сейчас посмотрим. Я сказал, чтобы бензин принесли, чтобы мне свой не тратить. И попробуем завести. Не вращается, все на месте. Завелась. Так, вот сюда. Вот смотрите, я даже крышку не откручивал. А проблема была. Или в цепи. А, вот, смотрите. Вот она проблема была. В чем? Вот эту пильную цепь просто закусила здесь. И все. Надо пойти отнести Дедану. Вы представляете? А эту бензопилу подарили богатые люди. И сказали, если отремонтируешь, будешь работать. За нее даже денег не попросим. Она будет твоя. Так, я, наверное, и закручивать-то не буду ее. Чуть-чуть накручу, пойду отнесу. Натяжение цепи вот здесь вот. Прям здесь на месте. Никаких проблем. То есть вот таким вот образом закручиваешь. Я и собирать-то ее не буду, потому что мне там уже нужно будет показать. И чтобы много лишних движений не делать, возьму только с собой вот эту вот. А я уже приготовился, чтобы что-то крутить, смотреть. А тут ничего не надо смотреть. Работает хорошо, но я, представляете, мощная. Вот я завел, чувствую мощь такая огромная. Ну, тяжелая она, эта бензопила. Ну, вроде бы и все, пока.